Итак, всем привет. Аманда. Итак, сегодня замечательный гость. Он, по крайней мере, первый, кто решил со мной пообщаться. Это Вентилятор. Я с ним сегодня буду беседовать. По крайней мере, задам ему 3 вопроса. Или нет. И знаете, что если кто не обращает внимания на то, что он не отвечает, нет, он не стесняется, он просто вентилятор. Он неодушевленный предмет, он просто не умеет говорить. Вентилятор, сегодня мы с тобой будем беседовать. Итак, я хочу, чтобы ты назвал свое имя. Настоящее. А хотя, знаешь, я даже слушать его не хочу, потому что... Просто не можешь говорить, да, что тебе мне... Не важно. Итак, значит, ты вентилятор. И что можно сказать о своей работе? Ну, работе таковой, которой ты работаешь вентилятором, то есть ты включаешься в розетку и... Нет, я не то, что ты мешаешь, ну просто. Можно же вообще не будем о ней говорить. Твоя работа заключается в том, чтобы делать все вокруг прохладным. Вокруг себя ты делаешь все прохладным, то есть не каким прохладным, прохладным делаешь. И ты доставляешь людям удовольствие. Опа-на! Вот он заработал. Теперь мне хорошо. Но теперь послушай меня сегодня внимательно, понимаешь? Уже другое время, и ты никому теперь не нужен. Теперь нужен всем, кто в кондиционере. Кондиционеры. И знаешь, что это означает? Мою комнату, мой балкон в основном, потому что ты здесь будешь жить. Ну, на самом деле, у меня кондиционера-то нету, и неважно. Тогда перейду сразу к тому, что расскажу вообще о себе. Ну, знаешь, как бы, я вижу, ты вентилятор. И ты такой помятый весь. Сколько лет вообще? Ты весь в пыли. Не ухаживаешь за собой, да? Грязный, да. Да, ты, видимо, никого не ухаживаешь. Тебе, наверное, нужен под 40, на пенсии. И никому ты не нужен. Одиноко, не правда ли? Да, так оно есть. И, как бы, знаешь, я вот хочу просто сказать тебе заранее то, что завтра я тебе пойду выкину. Но ты мне уже не нужен. Когда буду покупать, знаешь что? Верно. Кондиционер. Так что, как бы, ты можешь уйти. Мне не нужен. Я все, что тебе надо было, я тебя узнал. Так что я попрошу тебя уйти. Удалить, пожалуйста. Уходи. 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 Правильно. Подальше от меня. Отлично. Такова беседа закончена, потому что, ну, смысла больше нет говорить с этим агрегатом. Он скучный очень. И это еще одна причина, почему я его выкину и куплю себе кондиционер.